Добрый день. Сегодня хочу представить, соответственно, присутствующим и аудитории, которая будет потом смотреть это на телеканале, вот нашу совместную книжку, называется «Книга элит. Пособие по конструированию будущего». Почти год уже прошел с того момента, как она была задумана. Вот год понадобился ее реализовать. Примечательно, что отправной точкой я бы назвал мое выступление тут год назад по поводу книжки «Нетократия» Александра Барта. И потом у нас была беседа с Александром Игоревичем Серавиным, с Денисом, с Валентином Бианки. Мы решили, когда я рассказал об этой концепции, сделать книжку, так сказать, приложение к России тех концепций, которые там были обозначены. Но в целом за время работы проект сильно изменился. Здесь, соответственно, вот сейчас я, Денис присутствует, который потом расскажет про свою часть. Нету, к сожалению, Александра Серавина, который сейчас в другом городе. Я расскажу после своей части о его немножко. И ему мы должны быть благодарны вообще за организацию этого проекта и за издание книжки, несомненно. Значит, мой проект, моя часть – это «Глобальные сетевые элиты будущего». Первая часть здесь. Я попробую уже, так как и прошло время с написания, изложить в виде, наверное, той концепции, которая у меня есть. То есть не самого текста, а в виде концепции. В тексте там отслежено три принципиально разных линии, которые потом объединяются в одну. И, естественно, это судьба. Мы решили написать о судьбах России. То есть, когда собрались, подумали, что не все у нас так хорошо в нашем Отечестве. И было, во-первых, это еще до момента начала событий на Украине. И книжка была закончена до того, как стало очевидно, что там происходит. Сами тексты написаны. Вот. Но, тем не менее... Значит, первая линия – это вообще как бы государство и его предназначение. То есть, ключевая теория для этой книжки – это теория эволюции. Соответственно, что говорит теория эволюции? Что есть какие-то функциональные объекты, там организмы, неорганизмы, идеи, которые между собой взаимодействуют, они друг на друга влияют, и с неизбежностью одни усиливаются, другие ослабляются и умирают. То же самое происходит и с государствами. И в этом нет злого умысла. То есть, одно государство другое не уничтожает, но оно его вытесняет. То есть, развитие одного государства с неизбежностью приводит к ослаблению другого. И с одной стороны, это как бы неизбежно, ничего в этом плохого нет. Просто не хочется жить в том государстве, которое ослабляется, а хочется жить в том государстве, которое усиливается. Почему? Потому что то государство или та система идей и ценностей, которая усиливается, она навязывает себя своим окружающим и поэтому не испытывает стресса, связанного с перестройкой, переломкой. А те сообщества, государства, которые вынуждены ценности других государств, сообществ адаптировать к себе, они вынуждены жить под стрессом, так сказать, перемен. И можно было бы, наверное, там вот в самом начале как раз описано то, что современные средства связи приводят к очень быстрым событиям, к очень радикальной поляризации. И там описаны были те механизмы, которые мы сейчас видим, значит, которые приводят к поляризации. И вот то, что мы видим воплощение этих механизмов, то, что мы увидели сейчас, ну вот, на примере Украины. То есть, первое, поляризация общества. Да, и связана она была во многом с... Ну, прежде всего, что мы увидели, например, на Майдане. Да, как, точно так же, как и во всех событиях аналогичных, это арабской весны. Это когда молодые, эффективные и... современные профессионалы, имеющие доступ и понимающие, как воспользоваться средствами быстрой коммуникации, могут организовать моментальный протест, относительно которого костные государственные структуры, не понимающие, как воспользоваться средствами коммуникации и не понимающие хода процессов технологических, как их использовать, оказываются
протестующие оказываются в выигрыше и способны организовать очень быстрые процессы. Второе, что мы видим, это поляризация идейная, которая там между, соответственно, Западом и Востоком произошла. И третье, мы видим, что вот это ментальность и паттерны, то есть Европа смогла предложить красивый некий образ, которому хочется следовать, и такой образ не смогла предложить Россия. То есть можно много говорить там о том, что у нас особенная стать, о том, что мы очень там традиционное и высоконравственное общество, но мы не смогли предложить того пути, за которым люди пошли бы. И, собственно, Украина, которая относится, несомненно, к русскому миру, как часть русского мира, от самой России откололась. Вот мы это видим, да, то есть игнорирование происходящих в мире событий приводит к реальным жертвам, к реальным катастрофам, которые мы наблюдаем. И проблема в том, что то же самое Россия не надо думать, что она такой вот монолит, да. В самой России происходят расколы, вот только что товарищ был из Твери, и я был в Твери. Я могу сказать, что между Тверью и Санкт-Петербургом огромная пропасть в мировосприятии. Особенно если от Твери выехать еще за 10 километров от самой Твери. Огромная пропасть. И пока это все сдерживается, да, эффективностью, допустим, нашей государственной машины. Но ровно так же неэффективность этой машины продолжает этот раскол увеличивать. Вот, такая вот немножко преамбула. Теперь, значит, что вот первая линия. Да, первая линия в книжке – это влияние. И важно то, что в связи с средствами коммуникации, которые сейчас есть, все новые идеи, все новые технологии распространяются очень быстро. Можно сказать, практически моментально. То есть, если раньше для, допустим, там, не знаю, передачи из Китая в Европу пороха требовались какие-то там столетия, то сейчас любое техническое изобретение, оно может быть, о нем уже может быть известно через там, пару дней, адаптировано, оно может быть там, не знаю, там, через несколько месяцев. Вот пример, например, Иран. Да, в общем-то, достаточно в глобальном смысле достаточно отсталая страна, но которая, зная о том, что существуют такие средства нападения, как беспилотники, смогла, по крайней мере, создать что-то похожее. И это все надо учитывать, что в результате происходит. Что любая структура, которая пытается, ну в данном случае государственная структура прежде всего, пытается, как сказать, удерживаться за счет консерватизма и традиционализма, она обречена копировать технологические и поведенческие паттерны более прогрессивных обществ. А сами эти технологические и поведенческие паттерны очень быстро распространяются, поэтому для того, чтобы получать условно все сливки, надо постоянно создавать эти паттерны и создавать технологические какие-то конструкции, да, изобретения, продукцию, которая будет востребована. И только находясь на пике вот этого создания, условно навязывая, создавая и навязывая новые паттерны поведения и новые технологические паттерны, можно создавать как бы, ну, влияние, да, производить влияние. Если этого не делать, то государство, сообщество, там, да и личности, они обречены на копирование. И, соответственно, будут вторичными, они будут ведомыми. То есть это вот как, допустим, я придумал стих, а мой друг нет. Моему другу понравился, он ему повторяет, но это я придумал стих. Он, соответственно, копирует мою мысль. Он сделал какое-то изобретение. Я им воспользовался тоже, да, но это он сделал, то есть я его копирую. Если это, как сказать, взаимный такой обмен, то я, соответственно, и пользуюсь его изобретением, а он моим стихом. У нас происходит сращивание ментальности. Но если и я придумал стих, и я придумал изобретение, а он и повторил стих, и повторил изобретение, это значит, что он копирует, я создаю реальность вокруг себя, а он ее копирует. И он оказывается в очень зависимом положении. То есть он не проживает свою жизнь, он копирует мою. То же самое происходит с сообществами и с государствами. И если раньше такой процесс проходил там столетиями, в принципе, как вот Российская империя ухитрялась быть, допустим, передовой в окрестности своих отсталых азиатских соседей. Да, она для них была лидер, но сейчас этого нету, потому что все вот такие вот инновации распространяются моментально. И
производителя этих инноваций может быть только один. Единственное, что есть, вот когда говорят там о мультиполярном мире, то на самом деле лидер только один, ну или два, да, вот как мы сейчас видим, допустим, на рынке планшетов и мобильных телефонов разделили Samsung и Apple. Но там сложно просто сказать, кто из них впереди, кто ведущий, кто ведомый. Но мультиполярность может заключаться только в том, что одно государство лидер в одной области, другое в другой. И тогда какой-то хотя бы баланс. Но если, так сказать, вот какое-то государство не является лидером ни в чем, то оно оказывается абсолютно ведомым. И жители его обречены на постоянное догоняние других и на постоянный стресс, вызванный тем, что не под них подстраиваются, а они подстраиваются. В книжке приведены некоторые расчеты, которые, в общем-то, оказываются шокирующими. Там, значит, если по, допустим, общему количеству патентов у нас достаточно неплохие показатели, то есть, ну, просто в технологиях, то в области тех технологий, которые сейчас востребованы и которые приводят к востребованным продуктам потребления, то есть там в оптике, в программном обеспечении для бизнеса, мы уступаем Японии и США где-то в 250-180 раз. И это есть истинный показатель нашего отставания. Того, что, то есть мы в 250 раз можем предложить меньше миру, чем это могут сделать американцы. И они оказывают в 250 раз больше воздействия на другие страны, в том числе на нас, чем мы на них. Эта же цифра повторяется, там есть формула для расчета высокотехнологичного продукта, сделанного на основе собственных разработок. Точно так же Америка превосходит нас в 250 раз. То есть я думаю, что вот совпадение по патентам и по производству, оно дает истинное соотношение влияния России как государства, как субъекта влияния и Соединенных Штатов. То я вот эту вот цифру и запишу, просто чтобы она была... Влияние. И только оценивается по патентам, да? Да. Не только. По патентам и по производству высокотехнологического всяких товаров. Вот, соотношение 1 к 250. Если сравнивать, там графики приведены, уровень, на котором Россия оказывается по абсолютному влиянию, да, не по относительному даже там на душу населения, по абсолютному, Россия оказывается где-то на уровне Филиппин и Польской Народной Республики, как она сейчас, Польской Республики. Вот, и, естественно, когда мы с какими-то мощными инициативами выступаем там международными, то на нас так и смотрят. Это государство, которое дает миру ровно столько же, сколько Польша, а требует к себе... внимание, больше, чем Соединенные Штаты Америки. Естественно, у всех очень саркастическая улыбка и саркастическое отношение. Ну, а то, что там пятая, шестая экономика по ВВП... А это не имеет значения, потому что... Ядерная рубль. Да, это все, значит... 300 российских математиков навсегда перевернули преподавание математики США. Давай мы сейчас чуть-чуть попозже... Значит, США перевернули. Сейчас, товарищи, давайте, меня просто немножко все это сбивает. Значит, я отвечу на это так, что... Тут еще раз вопрос влияния и создания каких-то паттернов для копирования. У нас может быть даже первая экономика, вот сейчас американцы говорят, ну и что, что китайцы станут первая экономика мира. Это экономика заимствования. Лидерами идейными будем мы. Они нас будут копировать и только еще больше способствовать распространению нашего взгляда на мир, нашего взгляда на технологии и наших идей. Вот, то же самое происходит и с нами. Попытка вот сейчас, как сказать, упереться в традиционализм, там, в религиозный какой-то, в бытовой, она приводит к замкнутости и к тому, что мы не производим каких-то опять, ну хорошо, вот там какие-то есть там представления, которые сейчас насаждают там, о традиционной семье, еще что-то, но это для внутреннего потребления, а не на, условно, не на экспорт. Да? То есть люди не будут это повторять. Там вот есть много традиционалистских обществ, которые закрыты. Вот на Кавказе я сейчас недавно был.
по приглашению Александра. Тоже традиционалистское общество. Хочу я копировать это. Я смотрю на них. Ну, хорошо, но вы поддерживаете свои традиции, только не надо мне это навязывать. То есть, и то же самое точно так же смотрят на нас другие страны с этим традиционализмом. Хотите вот так вот делать, делайте, но это не будет воспринято другими. То есть, мы в результате только будем еще больше, так сказать, отставать и вынуждены будем в какой-то момент, когда станет критический вопрос, вот как сейчас на Украине, да, ломки, когда они понимают, что они не могут, то есть, ну, там, понятно, что там националистический угар, но в целом они хотят в Европу почему? Потому что они хотят каких-то изменений и понимают, что сами не способны спродуцировать эффективные паттерны поведения и эффективные технологии. Они хотят скопировать. Но мы все-таки страна большая, или мы хотим такой участи, как Украина. Дальше, значит, ну вот это такая линия по влиянию. Но важно то, кто в случае, так сказать, не оказания такого, да, влияния, если игнорировать собственное развитие, а кто оказывается больше всего под ударом? А под ударом оказываются как раз те, кто считает себя элитой. Потому что простые люди, они зачастую не осознают даже это, да, и они на большее не претендуют. А вот элита, вот мы можем, например, на Украине видеть, вот что происходит, да, вот там Ахметов был. Вот сейчас происходит реальное сражение, война и разрушение его финансовой мощи. То есть там, где он, в общем-то, получал свой доход. И если простые люди, ну, у них ничего не было, ничего и не будет. Тут у человека просто все рычаги, или Янукович, да, из рук выбили, и он никто. Ну, то есть, да, он там может там, купить себе дом под Москвой, да, там где-то в Сочи, но это же не то, на что он рассчитывал. Он стал просто обычным, ну, можно сказать, мясом, да, живущим. Да. Это не то, что он хотел. И это участь любой будет элиты, которая не будет бороться за свое будущее именно через создание эффективных механизмов каких-то, которые будут востребованы. То есть, если это как, не знаю, как он как осмос, да, то есть, если вот у нас условно граница государства, и здесь, допустим, концентрация высокоэффективных паттернов, технологий, а здесь она маленькая, да, разрежена, и плюс там ядро какого-то традиционализма, которое вообще никому не нужно. Вот, то есть там у нас есть, соответственно, православный традиционализм, есть иудейский традиционализм, мусульманский, вот эти все замкнутые общества, которые, в принципе, в других культурах не будут никогда восприняты. И вот на какой стороне вы хотите? То есть понятно, что вот это давление, оно всегда будет. То есть либо оно происходит через эту границу, то есть либо мы находимся здесь, да, и хотим вот так жить, чтобы на нас давила среда, либо мы сами хотим давить, и другого не дано в этой ситуации. Вот, соответственно, так, ну вот это вот все запомнили. А почему нельзя параллельно жить? Параллельно нельзя жить вследствие технической революции, того, что границы стали прозрачны. То есть, если раньше можно было отгородиться, то сейчас отгородиться невозможно. И даже в том же там, не знаю, Иране есть интернет, и там в Африке есть. На Кубе нет. Ну, на Кубе нет, но не знаю, присутствует, кто-нибудь хотел бы на Кубе жить? Там климат плохой. А, вот даже вот, да, и климат плохой. Подходит. То есть я как-то вот не вижу леса рук. Есть еще Северная Корея, там тоже есть интернет немножко. Ну, поэтому мне кажется, что этот разговор, он просто лишен. Ну, может быть, действие по поговорке, где родился, там пригодился. Да, это вот, кстати, я тут сейчас очень интересную книжку по этому поводу. То есть, это мемы, да, то есть любое традиционалистское общество пытается себя условно защитить и окуклить. То есть удержать членов, пытающихся, потом мы об этом поговорим, членов выйти из него разными острастками или разными удерживающими факторами. Вот, например, где родился, там и пригодился. То есть оно внушает с детства такого рода формулировки, они образуют некий комплекс. Ну, человек может в какой-то момент осознать, тут нет, как бы нету, я не говорю о том, что надо куда-то уезжать, да. Это не, ты можешь здесь пригодиться, но тут надо создавать такую, то есть если, вот у тебя, что за видеокамера?
Панасоник. Стыдно. Да. Ну вот как бы что, это и есть эффект влияния японской технологической мысли, собственно, на присутствующих здесь и на тебя. Если бы такую же, она называлась там Ротобор какая-нибудь или что-нибудь, я не знаю, там Наврус, да, сделанная у нас, и продавалась бы в Японии, то это было бы наше влияние на Японию. А это японское. То есть ты смотришь глазами японца на нас и делаешь то, как они это сделали. Они сделали это удобно и хорошо, но это сделали они. Нет, это сделали англосаксы, а японцы позаимствовали. И здесь вот вопрос такой хочу. Сейчас. Давайте я сейчас селим. Источник, да. Источник наличия всего многообразия этих паттернов, как вы называете, у англосаксов. Откуда они его взяли? Очевидно, что из своей архаики. Больше нет. Давайте сейчас чуть-чуть позже коснемся, потому это что самое это, нет, это не самое важное, потому что я даже не прошел как бы и третий того, что я хотел сказать. Хотя я обещал быть краток. Значит, вот это как бы первая часть, да? Значит, вторая часть. Все завязано здесь на средства коммуникации еще раз. То есть, если раньше разные общества с разными, как сказать, наборами были достаточно гармоничны и могли существовать, то сейчас, вследствие того, что границ практически нет, прежде всего в идейном плане, да, непроницаемое. То есть сейчас у нас вот пытается тут устроить какой-то железный занавес, но он, кроме дальнейшего отставания, ни к чему не приведет. То есть он, так сказать, стабилизирует общество на какой-то короткий промежуток, может быть, даже на 20 лет. А вот мы видим стабильное общество в Северной Корее. Но когда они соединятся, это произойдет неизбежно, но это будет шок. Это будет просто вот глобальное потрясение для вот этих вот, сколько их там, 20 миллионов живет. Как будет... Германия. Это не то, это будет сейчас, да, это будет намного хуже. И просто хотим ли мы пойти по такому пути, да, то есть стабилизироваться за счет того, чтобы на наших потомков потом переложить шок вот этой вот, ну, можно назвать ассимиляцией, да, или шок осознания. Или мы все-таки хотим работать над тем, чтобы, ну, глубже шок осознания переложить на других. То есть тут вариантов нету. Это надо понимать. То есть это, да, у нас там есть толерантность, есть гуманность, но тут есть либо мы подстраиваемся под кого-то, либо под нас кто-то подстраивается. Под нас кто-то подстраивается, если мы продуцируем вменяемые паттерны технологические, поведенческие, разные. Да? То есть если они невменяемые, то под нас никто не подстраивается. Потом нам придется подстраиваться. Очень много тут, так сказать, вот все традиционные религии, они обычно невменяемые ныне паттерны предлагают. Даже если пытаются их навязать разными путями. Вот. Так, значит. Вот я хотел показать дальше две схемы, которые дальше в книге прорабатываются. Значит, что происходит? У нас до сих пор еще есть государство. Государства прежде всего рассматриваются в книге не как какие-то территориальные образования, а как культурно-организационное образование. То есть территория может там где-то меняться, да, но это некий организм, у которого, да, он может что-то присоединить, что-то сбросить. То есть английская империя, она была как английской империи, когда была гигантской, так она осталась, в принципе, с этим ядром, когда она сбросила вот, там, 80% своих территорий. Вот, поэтому не в территории счастья, а в этих вот паттернах культурных, о которых вот тут говорили архаики. Ну, это все вместе. Значит, что происходит сейчас в связи с... Если раньше государства были централизованные, то в связи с быстрыми средствами коммуникации, такими как мобильный телефон, там интернет, значительную возможность влияния стали получать индивиды. Да? Ну, в нашем примере это, например... Навальный, да, который смог под себя организовать целое вот такое вот движение с использованием собственного компьютера. Ну, как бы удачных сообщений, удачных посылов, удачной стратегии. Но это просто такой характерологический пример. На самом деле, вот второй пример организации, использующей современные средства, как бы это ни было странно, это Аль-Каида. То есть она, и там, допустим, 200 лет назад возникновение такой международной террористической сети было бы немыслимо. То есть они бы там затерялись у себя где-то в аравийских песках и все. Если бы пытались куда-то сунуться, были бы, в общем, как повешены тут же. А сейчас с быстрыми средствами коммуникации и быстрыми средствами передвижения они могут вот, организовывать те, так сказать, возмущения в других государствах, которые они организовывают.
В целом, это новый достаточно феномен, который стал подниматься после Второй мировой войны, когда стали вот эти быстрые средства связи развиваться. И в книжке они обозначены как внегосударственные структуры, или здесь вот сокращенно ВГС, внегосударственные структуры. То есть они объединяют разные сообщества, то есть это Красный Крест, например, да, внегосударственная структура, это и Аль-Каида, то есть это все, что не находится под юрисдикцией государства, и, что очень важно, экстерриториально. То есть эти сообщества, они могут быть распространены в разных странах, при этом объединены общей какой-то идеологией, общим мировоззрением. И они по факту государство разрушают. То есть они вымывают отдельных членов, которые раньше объединялись государственной идеологией, и включают, соответственно, в свои структуры. Как бы хорошо ли это и плохо, это сложно сказать, вообще бессмысленно, потому что они могут преследовать разные цели, то есть это процесс просто неизбежный. Это просто неизбежный. То же самое мультикорпорации, да, вот Microsoft, она в принципе, да, она базируется в США, да, она зародилась с американской структурой, как бы культурой, но она, в общем-то, во многих странах, и люди, находясь в Москве, кто работает в Microsoft, они себя к Microsoft причисляют в большей степени, чем к нашему государству. И для них это их государство, которое им задает ценности, смысл жизни, дает зарплату и определяет правила поведения. А вторая структура – это вот это вот, собственно, радикальный ислам, который существует точно так же. Через страны, через государство он вымывает, в общем-то, достаточно лояльных граждан, может быть, атеистических, делает их, радикализует, навязывает им, соответственно, религиозные ценности и подстраивает под себя, да, с какими-то догмами из 12 века. Происходит, происходит, там, насколько успешно, насколько нет, и опять делает он это с учетом и с использованием современных средств связи. То есть было бы немыслимо, в общем-то, то влияние саудовских шейхов в наших каких-то мусульманских республиках там 100 лет назад, 200, да, когда для этого им надо было там на верблюде пересечь полмира, чтобы прочитать лекцию. А тут он там через скайп это делает, дает какие-то указания, люди, для которых это догма, они воспринимают как... А христианство, римский папа? Я думаю, что то же самое. Тут вопрос уже о структурах самих, да? То есть просто о том, насколько они, сейчас я скажу, это вопрос хороший, в каком отношении, насколько они своих членов хотят удерживать. То есть я думаю, что просто христианская религия в этом отношении, она менее, что ли, менее жесткая. Не экспансивная. Ну, она как бы, да, то есть там вот, если, допустим, в той же, там... Ну, на Западной Украине те же христиане. Да, нет, все есть. Просто, допустим, если вот в том же, не знаю, там, Пакистане, если человек из ислама перешел в христианство, то, в общем-то, у него большая вероятность, что он будет казнен, и в Афганистане, то, ну, в Италии той же, да, христианской, там, если человек принял ислам, ну, соседи просто посмеются, скорее всего. Две больших разницы. То есть тут только отношение к, собственно, к последователям, да, то есть набор каких-то догм. Да, в Microsoft, ты понимаешь, попал в Microsoft, вышел из Microsoft. Можешь там быть буддистом, может быть мусульманином, вообще никого не трогает. Поэтому это в целом, да, характеристика ВГС. Я говорю в том, что они перестраивают менталитет людей, которые раньше были внутри государства, и менталитетом задавался государством, теперь он задается ВГС вот этими внегосударственными структурами. Дальше, значит, вот эти вот ВГС. ВГС, из всех ВГС дальше там рассматриваются высокотехнологичные ВГС. То есть, так оказалось, в силу, ну, самих вот этих вот структур, что наиболее эффективными они оказываются не в радикальном исламе там или христианстве, а именно в создании и разработке новых технологических продуктов. И лица, которые создали ВГС, ну, в данном случае внегосударственную структуру, очень характерно это вот Apple, а еще более характерно это Google и Facebook. Да? То есть Facebook вообще не локализованная структура, распределенная сеть. Лидер Цукербергер, он, в общем-то, ну, сделал многомиллиардный бизнес. И в книжке, ну, я сейчас не буду касаться, но, собственно,
лидеры высокотехнологичных БГС, они составляют группу мировой технократической элиты. И, ну, не хочется говорить, там тайное правительство, да, оно скорее явное. То есть они, несомненно, находятся в коммуникации, и у них абсолютно уникальное видение мира. То, как, допустим, Сергей Брин формирует наше будущее, это очевидно, да, то есть это очки Google, это автомобили без водителей, это планшетные компьютеры, ну, вместе с Apple, соответственно, идеология развивалась так. И группа мировой элиты. Не знаю, тут видно, не видно, как я пишу. Мировой элиты. Дальше в книжке приводятся примеры, они как из наших источников, так и из американских, что вот эти вот ВГС, да, самые мощные из них, они вполне могут по финансовым возможностям сравниться с государствами средних размеров. То есть такими, как там Норвегия, Австрия, Швейцария, то есть крупнейшие ВГС, они равны и превосходят эти государства. Соответственно, далее постулируется то, что эта тенденция будет только усиливаться со временем. В ближайшие, по крайней мере, десятилетия, и от государств классического типа влияние мировое будет переходить к ВГС и к их лидерам, к лидерам внегосударственных структур. Прежде всего, технократических внегосударственных структур. И еще раз, основа могущества их, оно базируется на современных быстрых средствах связи. То, что они делают распределенные структуры, которые раньше построить было невозможно. Вот. Второе, то, что они предлагают, прежде всего, востребованные высокотехнологические продукты. То есть, ну вот, то, что мы видим, это мобильные телефоны, которые у всех, я надеюсь, присутствующих есть. Это планшетные компьютеры. Собственно, скоро это будут вот эти очки или подобные очки Google Glass. Это будут автомобили без пилота. И, что важно, это не создано на базе государства, да, это создано вот в этих распределенных внегосударственных сетях. Чем это чревато для России и любого традиционного государства? Это чревато тем, что вот эти вот ВГС, не имея для себя преграды в виде границ, будут оказывать культурное влияние, вымывать наиболее талантливых людей. Даже если они будут находиться внутри государства, они будут перенимать ценности этих ВГС, будут в них включаться, а традиционные государства будут ослабевать. В какой-то момент это может, в общем-то, закончиться. Ну, вот на Украине, Украина не особо высокотехнологическое государство, но если расслоение будет такого уровня, если в какой-то момент люди, включенные в ВГС, по, собственно, потенциалу превзойдут тех, кто будет подчинен в рамках традиционного государства, то с неизбежностью это будет переворот. Это вся история показывает, что это происходит всегда. Да, совсем не хочется, чтобы это произошло в России, совсем не хочется, чтобы это приобрело те формы, которые мы видим на Украине. Соответственно, то есть, когда я писал, я апеллировал к арабской весне, но вот все оказалось намного ближе. Соответственно, что предлагается в этом ключе для России? Держите в уме то, что Россия сейчас в 250 раз по влиянию вот такого высокотехнологического порядка отстает от Соединенных Штатов. Да? То есть, в общем-то, на самом деле карлик, то есть на уровне Польши. Соответственно, мы в 250 раз больше принимаем американских каких-то идей, чем передаем. И то, что, допустим, мы второе место занимаем по экспорту оружия, это же высокотехнологичная продукция. Нет, нет, мы потом это коснемся. Нет, это просто хлам, который никому не нужен. Как это? Ну так. Вот в рамках вот это. Так, ты какое высокотехнологическое оружие последний раз держал в руках? Я оружие в руках не держу. Ну вот оно у тебя как-то оказало влияние? Нет, ну оно оказывает влияние. Как оно оказывает влияние? Знаешь, что где-то есть ракета, да, в шахте, вот. Как она оказывает? Понимаешь, это некий мифический объект. Нет, я имею в виду торговля оружием, прежде всего. Оно на тебя как-то оказывает влияние? Вот что ты держал в руках? Нет, ничего. Нет. А мобильный телефон ты когда держал последний раз? Сегодня. Вот и все соотношение. Так. Значит, теперь, что предлагается для России в этом ключе? Значит, собственно, Россия. У нас сейчас
тем, чтобы она не рухнула, по примеру, Украины. Россия, да, ну, такое вот классическое государство. У нас есть возможность, вот вместо того, чтобы блокировать развитие внегосударственных структур, которым сейчас вот наше правительство занимается, наоборот, способствовать. И способствовать, и выращивать их. Соответственно, возникновение таких Россия, как ВГС. А можно отметить? Это же по-другому, это копирование паттерна. Создан на Западе паттерн создания ВГС. Предлагайте скопировать их паттерн и создавать у нас эти ВГС. Насколько это органично будет нам? Значит, и что из этого получится? Да, и станет ли это фактором уязвимости, наоборот? Сейчас, давайте сейчас я закончу, да, и все, и потом можно будет задать, может быть, тогда вопрос пропадет. Значит, Россия как ВГС. Значит, сейчас, товарищи, сейчас я сама закончу, да, немножко осталось. Дальше. Я, кстати, вот тут вернусь к примеру Украины, да. То есть попытка концентрировать нашу какую-то идеологию на Украине централизованным образом, ну, во-первых, через Януковича, во-вторых, через наши СМИ, она привела к отчуждению. Однако вот замечательный проект ВКонтакте, который скоро будет загублен, видимо, на корню, вот он, это сильнейший, мощнейший объединитель, ну, можно сказать, там, русскоязычный. Русская попса, очень мощная. Русская попса, да, ну вот ВКонтакте, да, то есть, как бы, просто вот ВКонтакте тоже пример внегосударственной структуры, то есть внегосударственного сообщества, трансграничного, в которое Украина была полностью включена. Да, то есть он способствовал развитию а. русского языка на Украине, б. Там, какой-то передачи ценностей. То есть то, что сейчас там, например, тот же правый сектор отключили, так их выкинули просто из русского поля словесного прежде всего. То есть ничего не надо было отключать. Там правый сектор, кто хочет, тот читает. Вот. И просто ВКонтакте как пример, да, внегосударственной структуры, которая способствовала распространению влияния государства. Если государство, ну вот еще в старом ключе, будет просто, ну как сказать, способствовать и продуцировать возникновению таких структур, то, как сказать, влияние его будет увеличиваться. И постепенно, соответственно, видится, как сказать, что в какой-то момент само государство, оно перетечет вот из того, что мы ассоциируем там бюрократической машиной с верхушкой в Кремле, в набор вот таких вот ВГС, за которыми там, ну, чуть-чуть присматривают, чтобы они не были деструктивны. Потому что они справляются с распространением задач государств намного более эффективно. Исключением других людей. То есть, если мы уходим от государства как территории, то мы переходим к государству как сети. То есть, к людям, включенным в общие какие-то идейные структуры, потоки, да, там они могут быть трансграничны, там границы в этот момент теряют значение, а приобретает общность взгляда на мир. Вот. И второе. Все же легко регулируется законами. Государство принимает законы, и корпорации больше нет. Ну, как бы, я думаю, что в той же Америке там сложно такие законы. То есть там сложный симбиоз, то есть к тому, что вот эти ВГС уязвимы. Ну, вспомните с карточками визы, да? Только стоило как бы визе что-то слегка сделать, там ограничить какие-то. Ну и что? И все это топчется. Нет, нет, нет. После этого государство сделало несколько шагов в сторону этих двух крупнейших корпораций. И сначала говорили, что вообще будет вклад в Центробанке со стороны их либо отменен, либо радикально уменьшен. Но сейчас до сих пор идут переговоры. Да, Денис, я сейчас иначе на это скажу. Очень сильным. Дело не в том, нет, можно все отменить, можно запретить, да, то есть можно устроить Северную Корею. То есть все ВГС, там любая попытка создания ВГС, расстрел на месте. Приведет это все просто к тотальному ослаблению в целом государственной структуры. Просто до плинтуса. То есть Корея у нас вот ассоциируется, там Ким Ир Сен плюс 10 человек там в его ближайшего окружения. Вот их нету, все там, все рухнет моментально. В отличие, например, от Соединенных Штатов, которые этими ВГС просто пронизаны. То есть достаточно выкосить, можно выкосить там верхушку, всю там Обама, там Сенат. Ничего не произойдет, они там через месяц новый Сенат изберут, нового президента. Как бы примут к сведению, что вот такое случилось, и все.
Поэтому, да, государство может давить, до сих пор, только оно само себя могилу будет этим копать. То есть будет увеличиваться пропасть отставания, и в какой-то момент произойдет ну, либо взрыв, либо подчинение внешним ВГС. Вот и все. То есть хочется, чтобы наше государство, Россия, не довела себя до того состояния, когда там через 10-20 лет большинство ВГС будет превышать по мощи, собственно, наше государство, как бюрократическую машину. Вот. А это будет неизбежно. Да? То есть хочется, чтобы люди... Большинство это штук 500, да? М? Штук 500. Чё? Штук 500 ВГС будет превышать. Ну, типа да. Превышать типа, по мощности да, России. Да, да, да. Да, да. Да, но Россия тоже может сейчас представить, как ряд корпораций, да, там типа Газпром. Там... Они все слабенькие, в книжке там приводится, да, что Газпром там далеко не самая мощная, а по количеству корпораций мы очень сильно уступаем, опять примерно в таком же соотношении. То есть там, ну, может быть, не в 100 раз там, но в десятки точно. Вот, то есть у нас не создаются корпорации на уровне американских. То есть там Газпром, там по пальцам, там Газпром и все. Там, вот дальше все остальные сильно ниже. А у них сразу идет там Microsoft, Apple американские, Google, да. То есть они там в первой, просто в первой тройке. Как можно похоронить и Microsoft, и Google, и это. И... Ну как похоронить? Ну как-нибудь. Нет, все можно. Есть же понятие подрывных инноваций. Мы же о развитии говорим, а не деструкции. Сейчас, Игорь, давай я закончу, потом ты будешь... Все, что мы можем, это уничтожать. Да, мне кажется, вот то, что предлагаешь, это терроризм. Подрывная инновация, это жестко не так, сейчас, давайте, значит, я сейчас закончу, еще немножко осталось, все, потом мы это обсудим. Потому что я не хочу, вот, чтобы это скатывалось на терроризм всякий. Значит, инновация. Сейчас, давай еще. Чуть-чуть минут. В смысле, вы дальше продолжаете содержание книги, да? Я продолжаю рассказывать, мне просто хочется, чтобы было чуть-чуть тише. Я потом вот закончу, когда я отвечу на вопросы. То есть мне не хочется потом слово. Дальше по содержанию вы идете, да? Да. Вот, значит, соответственно, от России как государства во многом унитарного перейти к России как системе ВГС. И далее ВГС разного рода. Да, мы никогда, когда мы инициируем ВГС, мы никогда не знаем, окажется она эффективной или нет. Она может как оказаться мертворожденным дитя, так и очень эффективной. Да, никто не знал, сколько было социальных сетей до того, как первый успех продемонстрировал Facebook. Да, и в России были до тех пор, пока ВКонтакте не оказался наиболее эффективным. Поэтому тут надо просто способствовать. Просто способствовать развитию ВГС разных. Вот. Второе. Россия как совокупность... Так, совокупность высокотехнологичных ВГС. А что это значит? Это значит, что сейчас у нас региональные лидеры, региональные элиты, использующие региональные фонды, в основном занимаются борьбой за власть и за благосклонность, собственно, московского руководства. Но они вот в этой ситуации оказываются, в общем-то, и не лидерами, и не элитой, а оказываются просто ну, людьми, которые борются за подковерную борьбу. Они свой потенциал полностью не реализовывают. А в это время лидеры высокотехнологичных ВГС формируют глобальную мировую элиту. Но, так как у нас время, когда границ нету, то в принципе любой, сформировавший мощное, эффективное, технологичную внегосударственную структуру, почти автоматом переходит в группу вот этой вот мировой элиты. И это открывает возможности для региональных лидеров, которые грамотно сформируют на своей территории ядро вот этой вот внегосударственной технологической такой структуры и через сети, через границы подтянут разработчиков, подтянут системы распространения продукции. Да, там главное сформировать грамотную идею, которую потом можно реализовать через сети, находясь в своем регионе, неважно где он, там он может быть в центре Сибири. И сформировав и сделав предложение товара, который будет востребован, они попадают в группу мировой элиты. Соответственно, из
вот этих вот высокотехнологичных ВГС выделяются лидеры. Лидеры ВГС, которые и попадают в мировую, в группу мировой элиты. Если они туда не попадают, то они остаются на уровне просто богатых потребителей продукции. Вот как то, что Булат. Не Булат сделал эту видеокамеру, он просто богатый потребитель этой видеокамеры. А мог бы все лавры получить, соответственно, главы Panasonic. Ну, такие же, аналогичные. Если бы приложил усилия, сделал бы сеть, сделал бы структуру, которая бы это разрабатывала, вот, и получил бы всю славу и намного больше денег. Ну, непонятно. Понятно. Вот. Соответственно, далее в книге описан некий механизм, но, собственно, там приводится, почему, очень многие рассказывают, это не только российская болезнь, очень многие рассказывают, почему не происходит формирование таких ВГС, потому что люди, ответственные за них, за формирование таких проектов, они даже не очень понимают, что можно сделать. Хотя есть фирмы аналитические, которые проводят анализ технологий мировых, показывают, ну вот там Гантера приводятся графики Гартнера, и анализируя эти графики, можно сделать, собственно, прогноз того, как, на что можно сделать упор, вокруг какого, какие продукты ожидается будут востребованы. Вот, собственно. Чего, наверное, сейчас я посмотрю. А как можно желать прогресса? Это как-то странно немножко. Так. Прогресс либо есть, либо уже его нет. Да, как, значит... Вообще, желать сейчас можно, по-моему, нормально. Да, значит, дело не в желании прогресса, да, дело в желании влияния. То есть, если, собственно, лидеры, да, и ответственные за лидерство, за реализацию проектов не осуществляют влияние, а влияние осуществлять можно только через... предложение другим чего-то востребованного. Если они не осуществляют влияние, то они оказываются объектом влияния других субъектов. Да, для лидера это достаточно унизительно. Для того, кто думает, что он представитель элиты, это тоже. А этого достаточно, честно, у них проект, сильная мотивация. Ваш проект — это предложение элитам, а нам что делать? А вам слушать то, что я рассказываю? Это мы уже сделали. Ну вот, все, вы можете задавать вопросы. Значит, вы, на самом деле, я могу сказать, что если вы считаете себя достаточно амбициозным человеком, вы можете в своей Твери сформировать достаточно эффективное предложение. Да, главное иметь талант и главное понимать, как это сделать. Да? То есть нужно найти некий продукт, технологию, идею, которая будет востребована. То есть надо для этого анализ сделать. Надо иметь организаторские способности через сети, да, подтянуть людей, подтянуть финансы. Я понимаю, да, это немножко странно звучит, но все так начинают, тот же... Вы даже не представляете, насколько. Это странно звучит для тех, кто не готов. Да? Тот же Сергей Брин, он тут так же, как и Гейс в гараже, в общем-то, начал свою компанию, которая сейчас там сотни миллионов. У меня самый главный вопрос. Значит, очевидно, описывается культурная гегемония англосаксов. Значит, смотрите, я как раз вот вчера, прошу за такое слово, да, читал книжку человека, который сделал Word, называется «Психические вирусы». Он это вот рассматривает. Что значит культурная гегемония? Да? Люди, которые... Кока-кола, Голливуд, красоты. Он это все рассматривает, да, вот на самом деле банальный вопрос. То есть он это вообще вот такие вот... Нет, это самое важное, на мой взгляд. Нет, банальный. То есть такие вещи, как Кока-кола... Понимаете, то есть люди формируют, ну, нет, я имею в виду вот влияние, да, Кока-Кола. То есть он там, например, рассматривает это как вот такой, как психический вирус, да, то есть некую идею, о которой говорят. У нас сейчас психическим вирусом является наша вот, собственно, государственная система, которая тоже вот, то есть есть некое функциональное звено, на которое все упирается, соответственно, руководство нашей страны, некий страх потери этого звена, ну, в данном случае отличным, так сказать, антиподом выступает, это как ее, Вурст-то, как ее зовут? Кончита. Кончита, да. Соответственно, если не будете слушаться, придет Кончита. Вот. Ну, это разумно. Это... Расскажи другу. И дальше вот этот вирус распространяется. Соответственно, с Кока-Колой то же самое. То есть, не будешь пить Кока-Колу, не будет счастья. Расскажи другу. Вот, то есть это в телевизионной рекламе, но вы говорили просто о том, что у них превалирует. А превалирует, потому что люди изначально
воспринимали мир как творческое поле для себя, как то, что вот то, что англосаксы, ну прежде всего саму Америку. Не, а почему они? А это до какого-то предела это были римляне, народ. А нет, это вопрос. Я в данном случае, да, вы спрашиваете, почему? Как происходит перехват культурной гегемонии? Это более сложно. Вот сейчас, да, подождите, вы уже, так сказать, сейчас я отвечу. Он не перехват. Его технология перехвата. В осознании, вообще-то, для начала. Ну, а может, по-другому я вот хочу предложить вам и сообществу. Возникла ситуация, по всей видимости, это 15, 16, 17 век, парение духа истории на территории Западной Европы. То есть это действие в состоянии отчаяния. И европейцы, преодолев это, смогли выработать новые формы. Но породить они их могли из своего архаичного и традиционного содержания. И как и благодаря только благодаря этому они выжили, выжили они благодаря обретению этих новых форм. И так как они у них были самые свежие, они смогли навязывать свою культурную экспансию. Там не случайно же как. Нет, я, знаете, как сейчас... В средней войне... Можно сейчас я отвечу? В Германии там обезлюдил. Сейчас. Давайте я отвечу. Отличие от православия. В православии человек раб Божий. А в... Соответственно, в западноевропейской традиции человек – это хранитель Духа Божьего. Ну, даже если это так, но сначала надо доказать, что русские… Это не так, конечно. Что идентичность русских на 100% или на весомой части православия. Вы знаете, сейчас, вот честно говоря, я думаю, что вот такого рода постановка вопроса нас просто заводит в никуда. Потому что тут вот как раз там посвящена целая глава, и мое убеждение по написанию книжки, по результатам, еще больше, чем в процессе, что вот это вот, как сказать, просветление, оно может произойти моментально. Попытка держаться архаичных корней, она приводит к отсечению для себя возможностей развития. Вот чем больше... как заимствование чужих форм. Ну, как создание собственных. Чем больше мы будем говорить о том, что у нас тут в России присутствует, и то, не только в России, да, то есть он на том же Кавказе это еще в большей степени наблюдается, присутствует некая особенность, которая нам позволяет быть другими и лучше, да, там, честнее и достойнее, тем больше мы будем оттягивать собственное осознание, что мы просто нам это способствует нашей лени и нежеланию сделать что-то настоящее, мощное и востребованное другими. Ну, для этого должна создаться ситуация, вот как я предполагаю, парение на территории среднерусской возвышенности духа истории. Нет, парение должно быть в вашем сердце. Если, а парение будет вот во всех сердцах здесь, оно здесь возникнет. Если по стране, то есть, собственно, вот я для этого написал. Мы говорим-то о России в целом. Дух, да, вот мне не очень понятно, это НЛО должно вот это парение принести или кто? В смысле пассионарность, типа что ли? Ну нет, это как это? Это там, где и когда содержание обретает форму, существование встречается с бытием. Для меня это пустые слова. Или, проще говоря, это действие в состоянии отчаяния. Вот здесь главный вопрос, который вот между вами лежит, это возможно ли перескочить через этап? То есть Евгений говорит, что нам не нужны эти паттерны, мы будем создавать свои новые, возможно, какие-то. А потом их навяжем. Да. А потом их организм. Но стоит вопрос, можем ли мы создать новые, не восприняв вот предыдущий этап? Да, я считаю, что тут нету, по-настоящему преемственности нету, потому что вот в связи опять с новыми средствами связи все паттерны присутствуют, да, вы можете за день там, прочитав грамотно, так сказать, экскурс истории, понять, как она развивалась, если вы, ну, как бы достаточная скорость мышления и восприятия. Вот, и за день эта перестройка может произойти, то есть, вы понимаете, там, не знаю, ну, нечего ходить, как бы, и никто сейчас, вот, я не знаю, не будет ходить там к статуе Перуна, класть какие-то там воздаяния с тем, чтобы его осенило по поводу квантовой механики. Я надеюсь. А почему нет? Мне вот кажется, что здесь... Мне сложно ответить на этот вопрос. В основе, как бы, доклада, по-моему, такое, ну, как с моей точки зрения, лежит некого рода противоречие. Потому что если так думать, если прогресс состоит в том, что государство как бы перестает иметь свое значение,
так зачем нам держаться за государство? Вы предлагаете как бы удержать вот Россию как государство какими-то другими способами? Нет. Там, зачем вы за это держаться? Да, там изначально... Если это неизбежность. Нет, я не держусь, да. Изначально я, просто я могу еще раз повторить, хотелось избежать стресса перестройки. То есть, если мы, ну, как бы... оказываемся ведомыми в этом прогрессе, да, который будет неизбежный, то мы постоянно будем испытывать стресс навязывания нам чьих-то паттернов. Да, постоянно будет возмущение. Ой, Кончита. Ой, значит, там однополые браки. То есть они в этой форме, хотя это всего лишь проявление более общего развития в Европе. Там, это как бы на периферии, это та же Кончита. Сейчас. Вот. А если мы поймем, что мы можем быть творцами и собственной истории... Творцами чего? Отрастить? Да непонятно, кто такие мы. Это хотя второй вопрос связан с мы. Не получается ли так, на самом деле, что нету этих уже мы? Что на самом деле заселение земли все больше и больше перемешивается, наши какие-то наши представители нашей страны работают в других странах. Да, нет, да? Нет, все это происходит, но есть вы же из Твери, да? Да. Вот я говорю, может быть, вот такая глобализация, что не нужно будет, не будет никаких государств в принципе, потому что все люди перемешаются. Да, нет, это все наступит, но вопрос о... Что такое мы, вот это вот, мы, которые должны держаться? Сейчас. Я за то, чтобы на земле только русские жили. Кто такие мы? Это тоже, нет, ну да я тогда задам, а кто такие русские, сразу вот Булат тоже, наверное, спросит. Нет, я хочу сказать, кто такие мы должны что-то значит, сделать. Значит, мы это кто? Я... Вот это синок национальной элите. То есть сейчас, русская, национальная можно, элита. Да, можно я отвечу все-таки? Да. Значит, они все сразу. Значит, когда я говорил «мы», я имел в виду прежде всего жителей нашей страны, как совокупность, да, не разделяя кого-то. То есть, естественно, люди уезжают. Кто хочет, тот уезжает, кто-то тут уже, как бы находясь тут уже не живет, он мыслями там в другом месте совсем, с другим сообществом. И процесс будет развиваться. Хотелось избежать вот той драматической перестройки, которую мы, например, сейчас видим на Украине. То есть, если бы там государство озаботилось каким-то творческим процессом внутри... То есть, собственно, творческим уничтожением заботилась бы? Нет, создала бы такие нет. структуры, которые бы были над государственными и понимаешь, они, дело в том, что свернуло. Они, если они возникли изнутри, они будут достаточно естественны. Они будут все равно те, которые присущи этому сообществу. Зачем государство будет создавать для себя врагов? Государство стремится... Вот то, что мы видим. Государство пыталось себя защитить и пало жертвой этих государств. Как раз государство на Украине не пыталось себя защитить. Оно пыталось как-то замерить. Там, я не знаю, что оно пыталось сделать. Вообще, оно должно было просто расстрелять, как бы, да, сколько нужно людей. Защитить себя. Честно говоря, мне не хочется подписываться вот с такой... Нет, я не хочу подписываться. Всеми возможными средствами государство должно было себя защитить. Если нужно было пролить кровь, значит, надо было пролить кровь. В этом смысл государства. Оно просто подставилось и в результате исчезло. Там, да, да я вот хочу, вот моя позиция другая. Поэтому оно не смогло выжить. Моя позиция другая, еще раз, что чем больше держаться за старую архаичную структуру, тем потом жестче будет падение. Мы можем, вот я говорю, хорошо, нету вот сейчас этого Майдана в Северной Корее, они могут еще 20 лет так протянуться. И даже 50. И даже 50, но в какой-то момент это рухнет, и рухнет для них, просто они окажутся к марсианам попадут. Они попадут значит, государство важно? Ну, они-то ладно, но когда... Значит, государство не преодолевается, значит, государство как структура важно. Вот на Украине государство пало, почему бы им просто не жить в новом мире? Не пало государство на Украине. Да подождите, Александр, не пало. Одно и то же. Я имею в виду целостное государство сейчас. Я имею в виду именно это, что государство как некого рода там... Нет, оно будет еще до какого-то момента, его значение будет падать относительное. Да? То есть, если оно будет пытаться сохранять абсолютную власть, оно раньше что делало? Финансовый центр, почтовый центр, центр сообщений. То есть, все государство приняло. Сейчас этого уже нету. Да? То есть, почта минует российскую почту, да, там email, Google, да, финансы там через этот PayPal идут. Скоро у государства реальных рычагов не останется, да, они будут очень номинальные. Государство наше хватается за фиктивные рычаги, там, за скрепы какие-то, за какой-то псевдонационализм, там, за псевдотрадиции, все искусственно. Не, ну у государства суд, расправа и изредка милость. Ну вот, хорошо, суд, да, вот это у них еще останется, да, но реальных рычагов нету, других, да, раньше было куча рычагов идеологического мнения, нету этих больше рычагов. Не будут. Нет, ну, конечно, все может быть, но я хочу сказать, нет, что... Нет, вы предлагаете заимствовать чуждые нам формы. Вы думаете, что они... 300 лет мы... Не предлагают, как раз наоборот предлагают, чтобы мы их создавали. Да, я предлагаю, чтобы мы их создавали. Я предлагаю самим создавать, так технологию предложите. Я предложил.
Если вы хотите то другие варианты... Вы только что сообщили, в мире создаются ВГС. Вы предложили нам их создать. То есть взять чуждый паттерн и перенести... Дело в том, что паттерны ВГС... Это схоластический, я считаю, посыл, поскольку в этом же мы название ВГС можем заменить, например... словом сущность. Если мы бы сказали, что вот нам предлагают какие-то иные сущности, формально мы используем одно и то же слово, но содержание за ним совершенно другое. За этим ВГС, за этой аббревиатурой стоят совершенно другое содержание. И в рамках нашей культурной традиции будут созданы совсем другие структуры, другое с другим содержанием, с другим наполнением, с другим фундаментом, нежели чем, соответственно, сейчас создаются на Западе. Поэтому формально, если три буквы одинаковые, это не значит, что за ними будет стоять одно и то же содержание. И не надо бояться того, что мы используем эти же самые три буквы. Но мы со времен Алексея Михайловича, Петра Первого, чуток не заимствовали. И результатом имели во втором поколении подонков. Ну, я имею в виду Сталинская гвардия. Второе и третье поколение их оказывались Макаревич, Козлов, да? Муж, как это фамилия? Ольги Романовой. Да, Ольги Романовой. Кто еще? Шевчук Юрий, да, по-моему, все наркомовские внуки. То есть часто мы то же самое сделаем, ну хорошо, на одно поколение это сработает, а дети их окажутся... Нет, ну они указывают на метаструктуру, что якобы вот везде это. И доработать некая метаструктура, а содержание у нас свое, у них свое. То есть мы должны... Тут есть, да, два варианта. Либо мы сделаем как бы противоречие через формирование собственных структур, либо внешние будут на нас давить и нас задавят. Ваш вопрос. Знаете, мой вопрос, вот то, что вы нарисовали на доске, не знаю, написано ли это в книге, но мне показалось, что вы противопоставляете вот понятие государства и понятие других негосударственных органов, в том числе корпорации и так далее. Вот вы сравнивали, значит, помощи там, Google, там, еще там, так. То есть вы сравнивали с транснациональными корпорациями. Ну, наверное... Просто не имеет большого смысла, с моей точки зрения, противопоставлять государственные организации и другие негосударственные организации. Нет, я их не противопоставляю. И, соответственно, сравнить, значит, если транснациональную корпорацию, допустим, IBM там, или как там, или Макдональдс, да, с размером там ВВП там, или еще чего-то, какого-то интеллектуального влияния там, Аргентины там, или Российской Федерации. Ну, а какой в этом смысл? Ну, вы знаете, это совершенно объективное сравнение, потому что если мы возьмем государство как определенную структуру, у него есть функции, у него есть обязательства и некоторые возможности. Дело в том, что государства современные отягощены огромными обязательствами. То есть государство как функциональная структура загнано в очень жесткие рамки. Мы видим сейчас, например, по примеру европейских государств, которых... Да, это лично я согнал, и этим, в общем-то, горжусь. Да. Теперь давайте сравним. Наряду с государством есть, например, те же транснациональные корпорации, у которых сравнимое формально по количеству денег и ресурсов, но они гораздо более широки в плане своего собственного развития. Если государство может тратить от своего бюджета, условно говоря, на развитие в широком смысле доли своего бюджета, то транснациональная корпорация может тратить на эти вещи десятки процентов. Но у транснациональной корпорации тоже есть определенные обязательства, поскольку у них есть, она находится в определенном гомеостазе с окружающей средой, она поглощает там ресурсы, выпускает продукцию, но тоже она должна находиться в определенном, значит, балансе с окружающей средой. Но есть другие, уже надкорпоративные структуры, например, вот я об этом пишу в своей части, глобальные, господи, как они там называются... благотворительная организация. Я говорил то, что вот нарисовано на доске. Я, пользуясь случаем, перехвачу, так сказать... Может, на пометривание сделать? Нет, сейчас. Два момента я сейчас хотел. Буквально одно. Вот точно так же, как в эволюции живых организмов. Появляются новые биологические, собственно говоря, страты, которые не отменяют то, что более простые организмы исчезают. Нет. Они просто занимают свою собственную нишу в биосфере,
А более, более сложные, более совершенные организмы распространяются, занимают большие ниши в экосфере. Точно так же происходит и в развитии человеческих сообществ. В какой-то момент развития цивилизации государство, как специфическая структура, играло доминирующую. Да, оно структурировало поведение людей, их правила жизни там, и так далее. Но сейчас наступает такой момент, когда государство перестает играть монопольную роль в определении как бы, всего в жизни общества. Появляются другие надгосударственные структуры, которые по некоторым параметрам не менее влиятельны на нашу с вами жизнь, чем та же государственная структура. Вот сейчас мы вот сидим в определенном кругу, государство на нас никаким образом не влияет. А надгосударственные своими средствами различной коммуникации, у нас всех действительно телефоны, мы находимся в сети, в каждый момент можем выйти в Facebook, ВКонтакте или и так далее, они незримо витают над нами здесь, мы думаем об этом и так далее. Мы сейчас не думаем о том, как заплатить налоги, это государственная структура, но мы можем думать о том, что запостить там в Инстаграм, там, что мы там сейчас съели или что-то еще. И вот эти вот надгосударственные структуры влияют на нас и занимают нашу часть времени нашего сознания существенно больше, чем это было 50 и тем более 100 лет назад. А на подходе уже новые структуры, надкорпоративные, которые сейчас не только зарождаются, а стремительно распространяются на все общество. Вот об этом, на мой взгляд, сказал Сергей, и нам надо поймать этот тренд. Нам надо понять, какие структуры примерно в будущем будут играть доминирующую роль во влиянии на различные сообщества, и поймать эту волну, и, может быть, даже ее возглавить, если мы, нам хватит интеллектуальной мощи, воли, решимости самим попытаться создать подобного рода структуры. Да, я вот хочу Денису сказать спасибо, он очень хорошо как раз... Да, просто великолепно, видимо, я подустал. А я что хочу сейчас, значит, у нас книжка выложена в интернет. Сейчас я попробую записать, чтобы Булат покажет. Значит, книга латиницей все. Не заимствовал. Книга. lit.rf. Вот на этом сайте можно оставить там комментарии какие-то и скачать, соответственно, сам текст, PDF-ничек для тех, кто не будет иметь возможности прочитать чатный вариант. Я еще хотел немножко там у части Серавина сказать, но я думаю, после перерыва, да? Да.